Our conference is very important for us, very important theme, very important subjects. And now you can see, you can visit our archive, our collection of the exhibition Николай Петрович Лихачев. This building, this home, it's his home, his collection, his collection, and collection of archaeographic commission of study of source of Russian Academy of Science. I wish you the pleasure from being Это акт о сдаче в аренду рыжего быка с загнутыми рогами. This act was written on parchment. It is made of leather of animal. This act reflects the act of gift of the red bull with a cornet with horns. Произведение Данте Алигьери. Это копия, это список знаменитой божественной комедии Данте Алигьери. Этот список лет на 100 всего младше, чем автор произведения Дивина комедия Данте Алигьери. И написан в 15 веке. This is a fragment of the Divine Comedy of Dante Alighieri, but it is a copy of his masterpiece that was created earlier at 100 years. Что в конце сказали? Я в конце концов сказала, что это значит список копий принадлежит 15 веку, а Данте Алигьери. Indeed, is fittest collection of photographs of Mr. Lihachev that was noticed, and you know that Lihachev is a prominent historian, a Russian historian. Документ, удостоверяющий благородное происхождение вот этой семьи по фамилии Карденья. Дело происходило в Испании. И многие семьи, происходившие с севера, где все были сплошь дворяне, должны были подтверждать свое дворянское достоинство. И это происходило через суд. Суд в Испании, в городе Вальядолид, рассматривал доказательства того, что семья благородная, что она принадлежит действительно к семейству Новелей, что она никогда не пахала землю, не точала сапоги. Византийским императором. И вот внизу ставилась вот эта вот подпись красными чернилами или золотом. И вот, конечно, находясь под влиянием этой традиции, вот такие документы делались и в Валахии. Ну вот здесь, да, пергамент, шелковый шнур и печать в восковом ковчеге. Вот документ был неоднократно опубликован, но все равно всегда очень интересен к нему мои коллеги. Какой был последний дар исполнения коллекции? Я не выставляю. У нас в основном привозили сюда несколько частных коллекционеров, как бы оставили свои коллекции здесь. И, например, у нас мы храним огромный фонд Воронцовых. Он был целиком вывезен из Игорца. Фамилия, то есть тех академиков, которые, ну вот еще 10 лет назад они работали, ушли из жизни и все передали нам свои фонды. А восточные есть отдел какой-то? А вот у нас все хранится в отдельном институте восточных рукописей. Да, востоковедение, да. И они там все специалисты. Мне даже говорят иногда, что мы не говорим на русском, мы говорим на работе только на арабском. Они подробно там, я в Азии, Африке, там иронистики все время. Да. Сколько у вас документов и сколько у вас рукописей?
У нас в основном мы храним документы, рукописи в основном сосредоточены в двух фондах. Это вот коллекция Николая Петровича Лихачева. Это около, сейчас я скажу точно, 2000 единиц хранения вот рукописи. И мы храним также коллекцию, которая называется коллекция рукописных книг. Как говорят, старшие коллеги, это все рукописи со всех фондов, которые собрали вот, централизованно в одно. И там... запрошла на обучение. Куда? В Матендадара? Да. А вот мы с коллегами не работаем. Только вот реставраторы наши. Ну, там недавно вышла книга, директор мне передал вчера. Там было написано, что вы вместе реставрировали одну вот рукопись. Это декора на лекации известного 15-го века. Книга песнопений, так называется. Скорбных. Скорбных песнопений.